как же я люблю Новый год! Секреты дарят мне подарочки! Это, наверное, от Даши. Даша, рыжая какашка. Ой, ой, это у нас тоже дезинфекция и стерилизация. Что-то он пустоватый. О, чек. Гель для душа. Ну ладно, пригодится. Что здесь? Здесь у нас гель для душа. Ну ладно, пригодится. Ой, какая красивая, красивая упаковка. Что это? Что это? Пакетик праздничный. Что это? Мыло. Подарочек. Это что? Мыло. Ой, здесь какой тяжелый пакетик. Что здесь такое? Какой здесь подарочек? Опять мыло. Вот еще какой-то пакетик. Давайте посмотрим. Фу. Мыло. Зая, мне кажется, нужно помыться. Я, кажется, воняю. На днях ногти наращивала. У меня пальцы распухли и болят. Что делать? Боже мой. Боже мой. Что за вопрос вы мне задаете? Вот это что за вопрос такой? Вы просто меня раздражаете своими вопросами. Как это распухли пальцы? Я только что объяснила, что это пластическая хирургия. И это не какая-то там опухоль у вас. Распухли. Правильно изъясняйтесь. Правильно говорили, чтобы вас люди понимали. И это отек. Это естественное состояние организма. Все пройдет через неделю, может даже через две. Но все пройдет. А вообще уринотерапия вам в помощь. Я всегда пользуюсь уринотерапией и довольна. Друзья мои, я сейчас иду на маникюр и сниму для вас трэш-обзор. Как у вас красиво, все уютно, прям от души все так сделано. Прямо видно, что вы любите свою профессию. Ой, собачки, я так люблю собачек. Как у вас много дизайнов, как у вас много гель-лаков. А у моей предыдущей мастера ничего не было, никакого выбора. И вообще у нее такой бардак был везде. А это оригинальные пузыревочки? Ой, вы совсем не больно делаете, прям даже щикотно. А прошлый мастер мне правда больно-больно делала. За такие ногти всего 2500. Ой, какие красивые ноготочки, у меня никогда таких не было. Я нашла своего мастера. Запишите меня на следующую коррекцию. Нет-нет, я позвоню вам и запишу свою сестру, маму, бабушку, всех запишу. Спасибо вам. Привет, Инстаграм. Я только что была на трэш-обзоре на ногтях у маникюрщицы Элеонора. Она мне сделала просто трэш. Это мерзкая Элеонора. Эти мерзкие собаки, она такие страшные. Мне сделала ногти. Ужас, за что? 2500, за что? А вообще ко мне много ходят людей, да, таких человека так вот они и ходят. Ходила больше, но после педикюра некоторые просто перестали ходить, они не могут ходить. Но ничего, не подлечатся и снова будут ко мне ходить, потому что они предоплату-то оставили у меня за год вперед. Отвалились ногти на второй день. Что делать? Вы неправильно подготавливаете ногтевую пластину. Нет у вас кислотного примела, вообще неправильно. Проблема. Обыкновенный уксус. Это элементарно. И поливаете ногти. Бутылка уксуса стоит 3 рубля. Что ли вам жалко? Льем прямо на ногти. Льем прямо на пальцы. Да, хорошо, обработанные пальцы тоже нам нужны. Через неделю все корочки отвалятся и будет все идеально. Как дела, денег нет совсем, совсем денег нет, вот совсем, не поверишь, денег нет. Купили квартиру, хотели двухкомнатную купить, тут подвернулась трехкомнатная, пришлось доплачивать, купили трехкомнатную, она такая убитая оказалась, пришлось ремонт делать, ой, денег нет совсем, покупали квартиру, денег нет, а тут еще этот ремонт. Ну сделали такой простенький ремонт, такой евроремонтик сделали, все, деньги кончились сразу же, денег нету, нету денег, а тут мебель надо купить. Что, новая квартира, новый ремонт, старая мебель? Нет, конечно, купили новую мебель, такую простенькую купили, там пару кожаных диванов, такое вот, купили, так много надо для трехкомнатной квартиры мебели, ой-ой-ой, все деньги закончились, вообще денег нету, нету денег, а тут машина еще сломалась, мы сервис ее отогнали, нам говорят, проще новую купить, так мы новую купили, доплатили 500 тысяч, но денег совсем не осталось, вот денег совсем нет, совсем денег нет, так устали от этого ремонта, от этих проблем так устали, пришлось ехать отдыхать на Кипр, купили 4 путевки, ну а что, всех взять-то надо, все поехали, ой, как дорого, все деньги закончились. Все,
вот кончились все деньги, выгреба тебе на маникюр последний. Сколько я тебе, кстати, должна за маникюр? 350 рублей, да ты обнаглела. Давай за 300 договоримся. А где же вы берете для наращивания свой материал? У проверенных поставщиков и производителей. Буквально вчера купила белый для френчика. Здесь все зафольгировано. Это вам не просто так. Это вам все по-серьезному. Это не какая-то там китайская подделка. Открываем. Вот фольгу открываем аккуратненько. Смотрите, смотрите на эту прелесть. Это же глаз невозможно оторвать, какой замечательный материал. Густой, такой беленький, не желтеет в лампе, не жжет. Не нагадуюсь, как я нашла эту бабушку, как я ее нашла. Ничем не воняет. Да вкусный какой. Проходите, проходите. Моя любимая Дашечка. А у вас есть что-нибудь новенькое-новенькое? Все самое свежее, самое новенькое. Только для вас. Это у меня уже было. Мне надо что-нибудь новенькое. А вот это новенькое, вот это новенькое, новейший, свеженькое, свежайший, сегодняшний, только завезли. Ой, какой красивый цвет. Любой каприз ходи вас, моя дорогая. Только не красьте, пожалуйста, никому, только мне. Конечно, только для вас. Я всегда работаю стерильными инструментами. Протираем начисто инструмент, хорошенечко промазываем его заодно чистой тряпочкой. Следующий этап — это стерилизация и дезинфекция. Кладем инструмент. Вот столько хватит. Сколько квасим? Ну, примерно полчаса. Меня никто не любит. Все мужики козлы. Достаем крафт пакет, кладем в них инструмент, заворачиваем, где средство даром не проходит. Крафт пакет открываем при клиентке. При клиентке открываем. Заядец раствор закончился, сбегай, пожалуйста. Я самый востребованный мастер, у меня запись на полгода вперед. Ну, Маша, ну что ты мне звонишь? Я же работаю, ты мне мешаешь. Ого. Ого. Алло, да? Да, это маникюр, да. Ой, вы знаете, девушка, у меня запись на 3 месяца вперед. Да? Ну ладно. О, девушка, подождите, подождите. Вот только что буквально выписался клиент. Да, проходите, пожалуйста, проходите, да, сегодня. Сейчас, пожалуйста, проходите. Да, я жду вас. Зая, надевай штанишки, сейчас клиентка придет. Я на маникюр ухожу. Богатые тоже пукают. Слышали про такое? Нет, не слышали. Вот она куда пошла? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не ходи ты туда, не ходи, дурачок. Ай-яй-яй. Вы не могли бы было закрыть компьютер, пожалуйста? Не могу я закрыть компьютер. А ты куда ты идешь? Он туда за дом пошел. За дом пошел. А ему как больно. Ай-яй-яй. Ну такая нервная. Вы что, месячные, что ли? Я не понимаю, почему вы такая нервная? Вы мне прямо всюду тут напугали уже своими айдаой. На это не больно, рожать это больно. Вы собираетесь вообще рожать? Вот это больно. Ну вы не собираетесь рожать, это было сразу понятно. Что такое опять больно? Что вы меня не
любимый, ты женщина. Не плачь, не плачь, я же тебе говорила, хороший сериал, тебе понравится.